Всем привет, с вами я, Катерина, и в этом видео я покажу, как изобразить эффект неонового свечения цветными карандашами. Для этого я беру левую сторону разворота с пегасами из раскраски Мифоморфозы. Правую сторону я раскрашу с таким же эффектом, но другим набором карандашей. Сейчас же я возьму карандаши Prismacolor Premier и ограничусь набором 24 цвета. Рамкой выделены те цвета, которые были использованы при раскрашивании этого рисунка. А вот такая будет основная растяжка цвета. Давайте рассмотрим процесс подробнее. Нижняя часть каждой тучки будет подсвечена желтым, будто где-то внизу светит солнце. А пегасы, по моей задумке, будут нести за собой клубы ночной тьмы. А чтобы эффект свечения получился, закрашиваю каждую тучку не только внутри, но и снаружи, более легким нажимом. Далее подготавливаю переход к более темным цветам. Беру теплый оттенок желтого, повторяю те же очертания, как и с предыдущим канареечным желтым. Затем беру оранжевый. Затем маковый красный. Все переходы стараюсь делать плавными, чтобы цвета мягко перетекали друг в друга. Затем идет более темный малиновый красный. И затем постепенно я охлаждаю нашу цветовую гамму, вношу багрово-фиолетовый оттенок. Добавляю темно-синего индиго. И, наконец, черного. Каждая тучка будет темная посередине, снизу в теплой цветовой гамме, а сверху в холодной. Повторно прохожусь теми же оттенками, чтобы сгладить переход и сделать цвета более насыщенными. Использую белый карандаш, чтобы сделать свечение от звезды более заметным и плавным. Для голубого неонового свечения использую светло-голубой и ярко-синий карандаши. А для плавного перехода к черному от голубого использую синий-фиолетовый. Белым карандашом сглаживаю голубой и делаю его более сияющим. А также использую блендер от фирмы Lyra для экономии карандашей, так как они очень мягкие. И лучше смешивать и сглаживать цвет твердым блендером, чем мягкими призмами. Добавляю светло-голубого снаружи тучки для эффекта сияния сверху. И белой ручкой фирмы Crown закрашиваю черную границу. Так тучка сразу становится будто неоновой вывеской, светящейся в темноте. А если раскрасить таким образом все тучки и использовать различные оттенки – желтые, розовые, фиолетово-синие – можно добиться потрясающего эффекта свечения и волшебства. Раскрашиваю каждую тучку таким же способом.
Для неба я использую вновь темно-синий индиго и кое-где добавляю черные расплывчатые полосы. Для того, чтобы добиться плавного перехода от темного неба к свечению, исходящему от утик, беру светло-голубой. Затем я еще добавляю звезд белой гелевой ручкой, это будет видно в процессе раскрашивания далее. Покажу еще одну точку, которая расположена вертикально, и процесс ее раскрашивания, в принципе, очень схож с предыдущими точками. Как видите, работа получается очень долгой и кропотливой, но результат того стоит. Если же вам захочется его немного упростить, можете взять лишь один светлый и один темный оттенок, например, темно-синий и голубой, белую ручку и черный карандаш, и с таким небольшим набором можно добиться прекрасного неонового эффекта. Приступаю к раскрашиванию Луны. Сначала намечаю будущее свечение вокруг Луны. Оно будет похоже на то, что исходит от голубых тучек, но полоса свечения будет немного шире. Затем начинается самое сложное. Я пытаюсь передать цвет Луны, а черные полосы, обозначающие океаны и кратеры на Луне, мне мешают. В целом Луна должна получиться светло-голубого цвета, синеватыми и фиолетовыми оттенками и белыми размытыми полосами. Мне не удалось это передать, используя только белую гелевую ручку, поэтому я позже добавлю еще гуашевых белил.
Также покажу небольшой кусочек ночного неба с темными полосами и звездами. Итак, я раскрасила все тучки и ночное небо. Сейчас с помощью белила синтетической кисти я попробую сделать Луну чуть более реалистичной. Белой ручкой добавляю немного светящихся деталей на Луне. Приступаю к раскрашиванию Пегаса. Его нижняя часть будет освещена солнечным светом снизу и будет в теплой гамме, а верхняя часть холодной голубоватой. Сам Пегас светиться не будет. Из переливающихся элементов у него будет грива, хвост и звезды, рассыпающиеся от копыт. Далее комментариев не будет, использоваться будут все те же цвета, поэтому предлагаю просто понаблюдать за процессом.
На этом все. Вот такой получился Пегас в ночи с неоновыми тучками и светящейся луной. Спасибо за просмотр. Пока-пока!